Я только что правого верхнего угла, и там нет никого. Я уже в левом верхнем. Там нет интересно. Блин, у тебя какой ник? Быстрый Гонзалес, как обычно. Быстрый Гонзалес? Ну да, как всегда. Не, у меня быстрый. Звездную пыль не продавайте, кстати. Я паутин тоже не продаю. Ну, паутин, почему? Потом... А чё, потом адвансов идут? Ну, паутину... Мне кажется, год на капле продержит. Ну и чё? А чё они мне? Мне погоду сделать? А из пяти пыли можно делать стархамбы, которые нужны на ков. Она очень нужна НПЦ, и все НПЦ собирают. По 3К. Не, вообще я видел, что жемчужину кто-то покупает, но покупает по 5к. Торгаши берут на квестовые скиллы. Да, там на безумный крик или что-то такое. Я просто пристал безумный крик торгаша. Где деньги, Лебовский? Тут на этих столько крыс, блядь, воруют мобов только так. Ну типа сейчас, понимаешь, вот был, была бы у меня нормальная пека-пек, с которой мне надо слезать, чтобы стан. О, чтобы стоит сажать. И типа была бы вита прокачана. Не, вита для педиков. Ну да, я был бы педиком, но зато водил отлично бы. Я пойман в паутине, стой, чувак, не бегай. Удачи тебе. Так, в левом верхнем тебя а тоже улетел, нет. Кстати, чтобы вы понимали. Там лучше не ехать. Андрюх, я подойду. Мы потихоньку разгребем. Там чисто ад. Вот как вы его себе представляете. Карликов нету. А в аду, как известно, куча карликов. На небе только разговоров, что о море. О карликах. Андрюх, я в левом верхнем. Я тоже. Я а где там, что делаете? Ты прям совсем в левом, совсем да. В верхнем? Ну что, что делать, если каждый раз, как я вижу звездную пыль, я, короче, пою звездная пыль. Что делать, если я с косой хожу, как смерть? Смотри, какой пиздец. А я не могу блести кинуть, блядь. Так нехуй. Я в хайде хожу. Смотри, как пиздец. У меня мана нет. Так, чё, я в левом верхнем, но тут никого нет. Вы на баторах?